Всем привет, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о пайке фототравленных деталей. И сегодня я стараюсь показать это на примере. Итак, для того, чтобы паять фототравление, нам потребуются следующие принадлежности. Нам потребуется флюс. И легкоплавкий припой, называется он розе. Для пайки таких деталей достаточно паяльника мощностью 45 Вт. В данном случае у меня паяльник с регулировкой температуры. Соединяем и придерживаем детали между собой. Можно воспользоваться пинцетом. Далее нужно нанести немного флюса на место пайки. Флюс нужен для того, чтобы припой проникал в место пайки легко и быстро. Затем берем немного припоя, в данном случае розе. Металл быстро растапливается и хорошо затекает в соединение тех деталей, которые вы паяете. И осторожно проходим по всему стыку двух деталей. Хорошенько прогреваем всю плоскость нашего соединения, чтобы металл проник в стык двух деталей для наилучшей фиксации. Несколько секунд подержали, чтобы металл остыл, и наши детали спаяны вместе. Получилось довольно-таки хорошее ровное соединение. Теперь переходим ко второй детали, которую нужно соединить. Также совмещаем в необходимом положении наши две детали, наносим небольшое количество флюса и повторяем, как в первом случае. Много припоя брать не нужно, лучше добавить, если это потребуется. И осторожно проходим по всему соединению. Хорошенечко прогреваем всю плоскость прилегания, так скажем. Вот металла не хватает, добавляем металла. Опять же, прогреваем весь шов хорошенечко, чтобы металл пролился везде, где это нужно. Проник между двух деталей, тем самым их скрепил. Если не получается спаять и детали не соединяются при пайке, можно добавить немного флюса еще и прогреть уже детали с нанесенным металлом. Плюс тем самым поможет металлу затечь туда, куда необходимо. Ставим небольшую капельку и снова прогреваем шов. Итак, детали спаяны. Осторожно снимаем подставки. Вот к бруску у меня деталь прикипела, так скажем. Пригорела немножко. И смотрим на то, что у нас получилось. Получилась хорошая ровная конструкция. Швы припоя ровные, гладкие, ничего подчищать не нужно. Паял я с внутренней стороны для того, чтобы оставить лицевую сторону чистой и красивой, скажем так. А на этом в данном выпуске у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Заходите в Инстаграм. Всем успехов, друзья, в пайке. И до новых встреч.